Раннее утро, яркое солнце, во дворе пожарной части начинают собираться люди в штатском. В основном мамы с детьми. Проводить экскурсии для спасателей – привычное дело. Но сегодня у них в гостях не просто дети и не просто мамы. Это семьи, чьи отцы и мужья сейчас находятся в зоне проведения СВО. София! Перекличка «Все на месте», можно приступить к демонстрации. Экскурсию начинают с самого интересного – со спецтехники. Здесь разветвление, рукава используем для тушения. Стволы давайте посмотрите. Тяжелый. Увидеть машину так близко, посмотреть, как она устроена снаружи и внутри, узнать, чем пользуются спасатели во время тушения огня и эвакуации людей из места возгорания. Для детей, конечно, все это настоящее откровение, ведь кроме пожарного рукава, техника оснащена еще множеством вспомогательных инструментов. Если, допустим, попадаем куда-то в квартиру, нам двери не открывают, нам приходится пользоваться бензорезом, срезать петли, двери и так далее. Далее у нас там в сумке находится диэлектрический комплект. Туда входит, получается, коврик, входят перчатки диэлектрические, боты, заземление. Если вдруг нам придется работать там, где напряжение. Экскурсии, встречи, походы на концерты и другие мероприятия. Для этих семей продолжать вести обычную жизнь сейчас, конечно, не так просто, но и жизненно необходимо, чтобы не впасть в уныние, а показать своим героям: мы верим в вас и ждем. Что обычно папе рассказываешь? Ну, то, что я это скучаю, и вот рассказываю там то, что там такое, то, что у меня нас происходит сейчас там. А вот про экскурсию расскажешь? Конечно. Что расскажешь? Про то, как я сидела за рулем, вот все такое. Светлана Подлипская – самый активный организатор мероприятий для проведения досуга семей военнослужащих. Ее сын тоже в числе защитников Родины. Недавно он приехал в отпуск. Светлана говорит, что дождаться его и отвлечься от тяжелых мыслей помогло общение. Мне вот все помогают вот таким вот образом, поэтому я живу вот ради всех. Вот. Мы ждем наших парней, в первую очередь с победой. Всех ждем домой, не только в отпуска, но ждем уже с одним билетом в наш город, к своим семьям. Мы как-то вот как одна семья, вы понимаете, мы друг другу помогаем. Какие проблемы, вопросы, мы стараемся помочь, решить. Вот и эта экскурсия многозадачная. Пообщаться, узнать новое, а для детей еще и профориентация на будущее. Мы хотим пропагандировать свою служебную работу. Вечно же никогда ничего не бывает. И хотим по этому поводу, и ждем, что кто-то нас заменит. А как заменяют нас? Вот когда с детства у человека впечатление остается, глядишь, и 100 человек, 20 человек изъявят желание у нас работать. Вообще-то я тут первый раз. Что тебе понравилось больше? Ну, как лестница поднимается. Одну минуту. Непосредственные и настоящие. Все они верят, что скоро их герои вернутся домой. Просто нужно подождать. И делать это лучше вместе, поддерживая друг друга. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».